Coño, se te tiene coño. Coño, se te tiene coño. Давай, давай, давай. Опа. Вот же он пошел, да. Есть, вот же она, брат. Ну, четко. Detailing car wash. Да. Вы стали обрезать? Ага. Вы же его напрямую будете прикручивать? Да, нет, вы просто заправляете. Да. И через двойную, чтобы он не порвался. Все, хорошо. А мне сейчас, да, прямо соседи вас, да, сделать? Да, он здесь. Вот, да. Все, машины есть, заезжайте. Подождите. А, подожди, ты куда-то отверни. Еще, до детальника, до детальника. Еще. Букву проверю, понял? Бля. Что? Ай, не хватает. Детали. Это ваш макет. Бля. Давайте перепишем. А полюбуй же, если... Смысл, детали, вот тебе и новая фича, блядь. Он все равно маленький, еще в том же, если... Не, ну это времянка, ничего страшного. А вы с подсветкой делаете? Вот так с подсветкой, а буквы с подсветкой. Да, да, да. Все, знаем, давай, ну это сначала так сделаем. Все, брат, отпускаю. Объемный. Детальненько. В России живем, братан, самое главное, понятно. Детальненько. Все, спасибо большое. Это не это, не это не они правильно печатали. Это мы, короче, макет когда делали, букву пропустил пацан, который делал. Тоже бывает, жест. Да ничего страшного бывает. Да, ничего страшного бывает, нормально. Мелочи жизни сейчас за это. Это все-таки, оказывается, у нас правильно было. Мы набирали, переделали, набирали с ошибкой. Давайте перепечатаем. Как сделать? Не проблема перепечатать. Да, это понятно, брат, нормально. Просто перепечатано. Ну, брат, как будто ломает с ошибкой вешать. Все равно, брат, завтра лучше подождем. Да. А мы пока... Это тебе нужно будет полотно или? Не-не. Не нужно? Все. Ну, можно на нем потренироваться пока там, по делу, да? Конечно. Все, тогда сделайте завтра новый. Просто чтобы знать, понял. Ну что, подождем еще, время есть. Это потом там где-нибудь повесим по приколу жизнь. На целый сюда коптей нам вокруг. Серый целый, видели на жизненных номерах? Хороший? На. Блогеры, а мы? Блогеры. Кто? Мы. Я ж не знаю. Вот. А, видишь? Да. Пятый человек смотрит. Мне знакомые сегодня звонят, говорят, слушай, у тебя там, говорит, ребята открывают мойку, говорит, ты типа это самое, вывеску им сделай, говорит, нормально. Я говорю, так они вроде открылись уже. Я говорю, мы им баннер уже напечатали, я же думал, что не, мы вот эти. Купили в них, да. Сейчас ремонт делаем по-быстрому. Машина есть у тебя, брат? Да, вон диван. Моешься у нас, брат, на девочке. А, диван, это его был. А, он вот на работу пришел, бам, оставил, помыли, намылили. Ушел чистый, прикинь, домой. Стой, подожди, я еще один порезал. Да, ну сам заебал, ну блядь. Брат, ну опять я виноват. Брат. Да? Что, брат? Старый плиты. Все уже, сейчас Сура смотрит стрим, говорит, ага, вот кафельщик тоже есть. Ну знаешь, брат, вот этот пацан, который мне кафель в ванной делал, как будто, ну, как ты на опыте был, понял? Ганон, ты меня подъебаешь? Долбоеб его. Девчонки, слышите? Девочки, у вас есть автомобили? А у родителей? У родителей есть. А вы далеко живете отсюда? Вот, смотрите, видишь, мойку открываем. Да, смотри, видишь, мойку. Да. Вот туда заезжаешь, промокод ставя, 20% скидка. Все, делаешь. Маркетинг, да? Приедут? Бля, нет, конечно, ты что, как животное, блядь. Да я не забыл уже, блядь. Блядь, вот вы узко думаете. Вот смотри, я предупрежу всех мойщиков, что если кто-то будет промокод... Опа. Девушка, а у вас есть автомобиль? Автомобиля нет, ладно. Хочу, чтобы только девочки мылись, бля. Вот так буду сидеть, вот так. Трахать пить, пиццок. Трахать шлюх, пиццок. Вот так буду кайфовать, да? Ты прикинь, сейчас девчонки в ахуе. Все будут вот эту улицу вот так обходить, понял? Едешь как долбоеб вон там. Эларм. Короче, приходит машина, говорит промокод стая. И он ему выписывает на 300 рублей больше. И 20% ему скажет, о, прикинь, 1800 стоило, за 1500 помыли. А на самом деле 1000 стоит. Гэнг. Уеби просто сверху. Соседку, да? Чиби-чиби-йо. У нас стену некуда сейчас вешать. У нас дюбелей тоже нет. Замуганил, да, брат? Вот и правильно делаете, да. Что? Вот и правильно делаете.
сами ведь его будем ставить ее? Завтра? Завтра сами будем хуярить. Да, всем. Чего ставить, брат? Объясни, пацаны, они не шарят. Слышишь? Вон там, пацаны, крепление. Объясни. Это не на стену будет вешаться, это черновой вариант, черновик. Это просто чтобы было вместо вот этого чистого. Моторок от нашего брата Дениса, да? Греб. Да. Они ошибку сделали, сейчас переделали. Ну, слушай, вчера мы в 6 оставили заявку, сегодня в 6 сделали. Okay. Завтра уже днем будет готово в 3-4. Да. Не, мы все так же. Мы все в Финляндии покурим. Да что еще у нас времени, что нахуя, чтобы Колян курить? Ты мне что говорит? Малыш, может встретимся там? Ты же освободишься до 9. Ксюша пишет? Нет, другая. До 9. Скажи, да, приходи сам на стрим. Я до 9, бля, только начинаю работать, ее поворот, блядь. А, до 9? Да! Нет, типа к 9. К. А, к 9. Потом сделаем. Бля, охуенно сделали, брат. Бля, вот смотри, что раз смотрится. Я начал прессу. Да, ебать прикольно смотрится, где пацаны? Сейчас прикольно, бля. Детали тоже у нас есть. Ай-гай. Хоть не сможем ведь, ну? Да, встает. Сборщики тоже здесь. А видите, ни по что не подходит этот цвет, блядь. Уебанский, смотри. Она такая же? Вау, да, реально такая же. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Знал, что я не пробовал? Я пробовал Zero Sugar только. Вот это самый вкусный вот этот. Нет. Zero Sugar не такой вкусный. Я не люблю без сахара. Я тоже не люблю. Я люблю настоящий сахар. Но я настоящую оцениваю. Давай, делай. Давай. Первый раз пробую, да? Давай. Ну как? Нихуёво. А! А чё же какао ловит, брат? Never pure. Чё же какао ловит? Never pure, да. Лучше XL, да. Зеленья. Знаешь, что понравилось? Знаешь, что понравилось? Те, кто... Вот я же... Больше меня никто же энергетиков не пьёт. Пиздец, как шарю, понял? Он не сильно газированный, все. Не сильно сладкий, не сильно пряный. И всё, налей. Вот надо его проверить, когда он нужен, понял? Налей, ну! По ним всё вылилось. Бай треки, кто треки ставил? Вот. Плюс вайб, жест. На зелёный? Один холодильник, Литвин, делаешь гэнг, вот так, подсветки. Давай, высылаешь, что ставишь? Блять, ворота покрасить забыли, блять! Работа продолжается, Сарера детейлинг, мойка. Итак, что мы имеем уже на сегодняшний день? Мы имеем почти чистый бокс, идеально вылизанный. Вот так вот. Много света. Сура, здесь красный или это цемент? Цемент. А, не, не знаю как. Понял? Сломался, они просто сверху сделали цемент. Ну да, хуй тема, если честно. Не люблю так. Брат, а можем, знаешь, какой трап поставить аккуратно, чтобы вот этих не было бы? А. Здесь сетчатый, но просто что-то отсюда уходит, понял? И вот эти все углы убьет, грязь вот эту всю. Понял, да? Трап же есть, да. Железо. С угольником, понял? И он вот эту всю грязь, вот эти, смотри, вот эти все убьет. Вот там, посмотри, что творится. И он строит подсветки, понял? Пацаны, которые будут приезжать на низком борте, понял? Ломает, чтобы он сюда заезжал бы на низком борте, понял? Ничего не будет. Ну, брат, вдруг, блядь, ну, не, брат, ты чё? Люди, брат. Не, брат, ты чё, ты здесь на любой машине заедешь. Не, я понимаю, на мать не поломай. Я думаю, что когда заезжал, мне ломало. Не, брат. Это у меня просто в голове больше. Бля, уже а, здесь лучше. Тоже медленный кафель. Да, да, я поэтому сказал, похуй. Неме. Что делаешь, брат? Собрал, брат? Делаешь? Делаешь. Инструментаж. Инженерко, блядь. Интеллектко? Конечно. Когда не интеллектко? Я в тюрьме такие собираю. Что за пацаны? Подснежники, походу. Да, конечно. Ты же играешь сегодня турнир? Да. А? Да. Поеду на одну катку приеду. Там одна катка будет. Нахуй болгарка, нахуй болгарка. Ахуй болит болгарка, все здесь. Любой строительный магазин, брат, такой же клей. Или Бауцентр, либо Леруа. Вот Бауцентр смотрит. На. Я не понял, работает, нет?
А, да, работает. Здорово, пацаны, что делаете? На М3? Отдай с Риной. А чё вы? Смысл с нами, брат, просто поедем. Эй, езжай, брат, обстановку развей. На, на, на. Давай тебе. Ну, я тебе учить контенту надо, шалюха. Делаешь. А, вот сейчас. Да. 8 минут. Делаешь сейчас. Иди сейчас делать, сможем купить себе интернет. Ну на 8 минут. До скольки работает этот ритуал? До 10. Короче, на самом деле, Ксюша, это была девушка, это была дочка Адама. А ладно, что такого, брат, спалились, спалились? Ну, дочка. Да. Дочка, да. Какая такая красивая дочка будет? Охуительная. Бомба, жесть. Короче, на самом деле, Ксюша сказала, типа, я слишком хороша для тебя, нам нужно расстаться. Мне все девушки бросают. У меня сейчас паника, пиздец, блядь. Бухать, наверное, начну. Может, скриптонит облюбить и разъебаться. Сейчас, наверное, бухать начну уже. Делаешь? Страдать. Не знаю, как жить дальше, честно. А, давно не пили, кстати, да? Да, ну и прострадаю, понял, пиздец, брат. Думал, девушку нашел, все в порядке. Опять я, понял. Надо, ты стримишь, там, на меня времени мало уделяешь. Так и бывает, брат, но реально времени не могу уделить девчонке, брат. Домой прихожу в 4 утра, блядь. Я объясню, что ты был, блядь, на стримах. Кому ты это рассказываешь? Ай, долбоёб. Ты два дня, мы два дня тебя не видели, эй! Кого уделить не можешь? Два дня тебя не видели. Понимаешь, в этой жизни как бывает? Ты, наверное, молодой, не знаешь. А, давай. Девушкам нужно уделять время. Вот понимаешь, брат, как? У меня было в жизни два отношения, да? С Нафиасхой и вот с Ксюшей. Больше у меня нет опыта, понимаешь? Была с Виги Женя. Она говорит, ты бабник. Хотя никто, брат, из пацанов, которые меня вот годами знают, смотрят, никто не скажет, что я бабник, брат. Ни один человек. Никто, блядь. Задний приводник. Хоть раз не видел. Вот Ксюша, это первая девушка, которая у меня на стримах появилась. Я, брат, вообще ни разу с девушкой не видел. Да. Вообще ни разу не видел. Вот. Я о том же, брат. Ну, видишь, они думают, что я бабник. И вот бабник. Поэтому вот все девушки одинаковые, знаешь. Они вот начинают вот это, ты там, вот ты вот так, тебе там, ты вот такой, блядь. Понервничал, знаешь, сейчас. Да. А это один ТикТок один есть, на хуй тонну миллионов собрал там. Один пацан девчонке рассказывал там про машину, что-то. Ну ты был? Это контент. Это разное. А. Это разное, брат. Блядь, на красный, сука. Кто не. Ух, трамвай, блядь, блядь. Охуеть. Долбоёб конченый, брат. Вах, блядь. Что ты делаешь? Нет трамвая. Ты куда едешь? Все четко, я, брат, не сын. Блять, братан! А, все нормально, еще первый его еб. Все, он нас прикрывает, все четко, брат, неси. Ебать, он едет, ему похуй, чувак, можно? То есть там вот эти 10 дней, которые даются тебе на 7-й, 8-й... Эй, кого ты на машине надо, брат? Мужчина заглох. У нас машина не заводится. Чё ты пиликаешь, блядь, твой голову ебал, не видишь, что мы можем ехать? Бензина нет. Хорошо, что колонку рядом толкаем, делаем? Делаем. Сейчас, стой. Я просто не слышу нихуя, стой. Бенза нет. Так она показывает, что еще есть. Ну да, наёб, блядь, поехали. Подожди, ну дай выйду, блядь, куда ты ехать забрался? А телефон куда? Положить? Нет, дай. Сачи! Страшно. Лизатка, когда составь в Питер, брат. Ждем. Давай, брат. Толкай, старый. Бля, что было за донат? Спасибо большое, брат. Ебать вовремя, брошка. Блять, тормозов нет, сука. Блять. Охуеть. Я очень сильный, нет? Пиздец. Молодцы, рамы. Охуенные. Машину помыть надо, сорви. Детали, студия. Брат, купите еще насадку на шурик миксер, давай. Какой, взятый? Да, брат, сейчас. На 500 рублей, априори. На футболу забрали. Не, брат, вонять будет, реально. На 500 рублей займись. На, ну, 850. На 1000. Все. 500, 1000. 1000, на. Уплатить. На. Брат, что здесь не то, слышь? Что за хуйня, блядь? Что, долбоёб? Братан, он не идет. Ты нажал? Да. Да урод, блядь. Все уже? Чё? Он забрал. Что, долбоёб?
Сейчас я обеспечиваю. Я понял. Идет он подходит? Ну он только когда вот так толчками делаешь, рывками? Да, рывками делаешь, он заливает. Его надстреливать, жесть. Рывками когда делаешь, типа нажимаешь, толкаешь его. Ага, вытащи немного пистолет. Ща. Пожалуйста. Ты нажми. О, спасибо. Все, хорошей ночи вам, Маш. Хуя себе. До конца туда воткнул, что ли? Ну да. Это чистая андатра. Мне просто подлинно, что я до конца не пихаю здесь. Ну вот я до конца, ну какого хуя он тогда идет нормально? На 3 копейки наебали. Так это не с бензином было, долбоеб? Пускай покачает насос. О, покачает, все, сейчас заебись будет. Вот нас, походу, ремень отъебнул. Что? Ремень. Педалью качал я, бля, фрики нахуй. Меня учите, бля. Брат, компрессии нет. Адамеру, давай оттолкнем, может, ее, брат. Так я же тебе про это же говорю, а куда? Вперед куда-нибудь туда. Куда? Туда, налево. Катушка? Налево, щи, брат. Вот здесь давай остановим где-нибудь и все. Стой, брат. Давай, брат. А ничего не будет, брат. Да нет, здесь некуда въебаться. Вот так, остановим здесь слева. Как его... А, ему пизда. Даже или нет же? Хорошо, если его нет, куда он пропал? Бля, Равшан или Сэр, приедьте на М3 по-братски зарядку, и пацаны, у меня 15%. Вот на этой Луколе заправка, не доезжай до СБС, как это называется. Адам тоже пропал, я один, блядь. Вообще в чужой стране один. Ебать, с пацанами в чате пропал, нахуй. Ебать, пиздец. Вообще не знаю, в каком городе, блядь. Вот на приоре нахуй, еще не на своей, блядь. И Адам еще кинул меня. В такой момент. В такой момент и бывает дружба, пацаны. Когда я был на CLS с картой, все были рядом. Сейчас я без карты, без CLS на приоре. Без копейки в кармане. Остался один. В центре какого-то города в России. О, мои братья, вот Арсен приехал, а мой брат. Просто вот так, брат мой. О, приехали братья, а. Брат! Вот всегда говорил, органы всегда помогают. Органы мои братья, а. Вот так вот, бля, я всегда топил нахуй в этой жизни. Органы — это самые охуенные люди, бля. Вот эти, кто говорит, жизнь ворам и так далее. Пацаны, вы в натуре не разбираетесь. Брат, есть зарядка от айфона? На! А ты я стримил, понял, ты звонил. Брат, а есть зарядка? А ты я стримил? Да. Ай, блядь, прикинь. Просто провод нужен, брат. Делаешь? Вот мои братья армяне, жесть. Брат, приора разъебалась, жесть. Мотор еще горячий, блядь. Да я твою маму ебал, чел, блядь. Сиди на респе, нахуй. О! Выпало что-то. Хуйня. Сиди сюда. Видишь, там он гондонский под углом тоже стоит, брат, смотри. Я просто шестигранник еще длинный, понял? Вот, вот. Болгарка есть с собой? Ты че купишь? Володя. Вот Г-образную хуйню сделать, подклеить не будет. Понял? Если А сделать, потом У, потом Е. Вообще похуй. Ха-ха! Оно же это же! Да ты аккуратно попросишь. Да нет, что халки ебаный. Я тебе говорю, это пиздец. А где пацаны, жест? Получилось, брат? Сути, продай. Просто повар держи, родной, ты так дохуя сделал, брат. Отдохни, жест. Вот смотри, под углом тоже заходит, брат, это ганда-гана. Вот, видишь? Сейчас прокручивать будет, это шалава. Алло. Почему звонок, братан? Уедешь? Блин, прикинь. Ладно, я молчу, ничего не говорю. Ответь, Равшан, где? Сэм! Там... Там нечего разбирать уже, пацаны. Там этот отъебнул, брат, вот этот ремень, понял? Что вот там, смотри. Ах, брат, это самый сложный, сука. Да, мы его не поменяем, понял. Сегодня, может, этот болт отъебнул? Отсюда могло вонять, блядь? Не, это Равшан вчера вот что-то сломало. Да. Не переживай, брат, это не ты сломал. Да нет, другой разговор, брат, какая разница? Я не просто, брат, блядь, не поправил. Не боюсь, это, брат, ты оглох же. Понял, а где это? Но метка брат, не ушла. Это... Нефть хорошо. Да. Да я думал, Бенз, понял?
Бля, ты второй раз уже этот ремень рвешь. Заебал, блядь. Ну, хватит ломать машины, брат. Да, я ломал, блядь. Ты каждый ломал. Каждый, блядь, Натана на трассе сломал, ты помнишь? Да, да, это было. То было. Же самое было. Да, хватит. Минус рэпти. Когда? Блядь, ты про коробку, блядь. Рено. А, Рено, бля, ау, ё маму. Ну, Рено похуй, бля, моя бабушка. Да, да, он... Не, брат, это даже не пытайся этот. Не, это мы не, это мы сняли, чтобы снять крышку, брат. Брат, а тихо хуй, то мы сейчас это не сделаем. Да, я понимаю, что мы это не сделаем. Моторист нужен, брат. Он сказал, если что, можете себе машину оставить, понял, там. Зачем продукты вам оставить, чем сюда на сделать. Серьезно? Далеко это? Серьезно. Какой, это тебе толкаем? Давай на эвакуаторе. Не, не, не. Блядь, опять Чип и Дейла звать, блядь, ёбаный. Чип-чип. А, так ты не купил, брат, это? Ну купил на горностае. А, блядь. Сколько ехал, когда ёбнуло? Вообще не ехал. Брат, мы в смысле на светофоре ехали. Он не понял, что это ремень, иначе и крутился ремень. Да, ремень закончился. Ах, бля, вот это беда. Кажется, вот это беда. Так мы думали, это бензин, понял? Просто такие же, прям, понял, так же, как бензин, она крутится. Короче, давай 50-50. Чё ты подумал? О, бля, это кому? Нам всем. По очереди. Удобно, брат. Можешь телеканал «Пизда на глаза»? Брат, как будто не очень название, знаешь? Ну, ой, вот сука, кому передать? Телеканал «Пизда на глаза», вообще. Телеканалу «Пизда на глаза»? Да. У кого? Наш канал такой. А, у вас? Я думал, это чей-то. Телеканалу «Пизда на глазах» передаю привет. Все, спасибо большое. Если у тебя есть «Пизда на глазах», то подписывайся на канал «Пизда на глазах». На Ренатку подписывайся. Это тебя убил. Вау! А у тебя что, сумка, брат? Настоящий, брат. Настоящий, брат? О, Спартак чемпион, здорово. Он какой сидит? Ару, техничка. О, ОКБ. На, брат, забирай, это тебе. Техничка хорошая, слышишь? Настоящая, а? Не-не-не, правильно, брат, настоящий не взяли бы, там вроде бы. Слышь, брат, этот техничка бомбовый, он что поместится? О, банки, банки. Что говоришь? Вот сюда я клапана положу, блядь. Проверьте, говорит, пацаны, наркотики, вдруг подкинем что-то. Брат, натуре, слышь? Да, проверяем, брат. Вот тут нам, вот кармашек. Я проверяю, тут, блядь, пизда на глазах, какое-то странное название. Это отрезво не придумал. Пизда. Ну дай специалисту, брат. Он сюда въебал, блядь. Не, вон он. Нет, все же там было. Я только недавно понял, на что вот это похоже. Так, набор поставим, брат. Я долго не думал, знаешь. Сразу понял. Сурикен. Да, раз, сурикен. Ох, ну это скриншот аккуратный. Шамчир. Как будто хватит, знаешь, типа нервничал и хватит себе сегодня. Дай побью. Хочешь помнить, это пизда их. Пизда меня. Понял, вот здесь не поправил. Экономь, брат. Поехали, брат, у нас на мойке помоешь. Химия хорошая есть. Сарера. Сарера. А нахуй экономил? Брат, запомни, брат, экономишь себе и богатые деньги кладешь, жест. Богатый не тот, кто много тратит, а тот, кто много экономит, запомни. Да. У нас тут тепло было не в жопе, а тепло в жопе. Ма. 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 Не, тепло, главное, как... чтобы было в жопе, а не в жопе. Да. Чтобы жопа была в тепле, а не тепло было в жопе. Да, ну это только слово. Окна закройте, да? Уёбывай? Давай. На, брат. Ну, не мешает, нормально все. Задний тоже. Кирилл, жесть, окна закрой, жесть. Окна, жесть. А, Харлон, ты куда побраться? А семерку уберите. Все, пацаны, на такой хуёвой ночи, короче, заканчиваем. Сейчас прижоры, Масянь, все, прижоры, пизда. Ушел. Шамчир, на нейтралку ставь. Да, по идее, да, духа. По идее, это надо, брат. Крути, 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 крути. Ключи в этом. У Мафана ключи. А, у Раша, у Рената. Брат, открой, окна открой, брат. Слышно было, бля. Ровно. Все, чтобы окно открыл, брат. Окно открой. Все бездельники тут здорово, пацаны. В обратную пути. Вот так, да. Теория пизда, пацаны. Скорее всего, клапана погнула. 50 на 50. Ремень ГРМ сидел. Это же ГРМ, да, ремень? Я правильно говорю? Да. Минус служебка, пизда. Понервничал я. Какой малой напрягся? Какой малой напрягся? Я вам сейчас гривану на карту. Ова? А я ключи тоже принес, пацаны.
Сумку в машине возьмите, брат, какую-то сумку ты не оставлял там? Сейчас не помпа нервничал? Не по правилам.